Расчетное время прибытия вертолета — полчаса, капитан Прайс. Так не пойдет. К тому моменту мы уже 10 минут как будем мертвы. Сейчас сюда заявятся все психопаты-сепаратисты Захаева, чтобы освободить Аль-Асада. Или то, что от него осталось. Так, мы установим заряды вдоль рубежа А на южном холме, а затем вдоль рубежа Б. Мы задержим их по пути к холму, а затем займем позицию на зоне посадки в поле у фермы. Вопросы есть? Пора действовать. Внимание на всю эту чушь! Контратака неизбежна! Рассредоточиться и перекрыть подход с юга! Сэр, они медленно поднимаются по... Мы знаем, что вы скрываетесь в деревне! Вы окружены! А бежать вам некуда! Сдавайтесь, и вас пощадят! Цель уничтожена. Отличный выстрел, дружище. Готов. Отряд, удерживать позицию. Они считают, что нас здесь гораздо больше. Цель уничтожена. Вас понял. Прощай. Цель уничтожена. Готов. Они устроили дымовую завесу. Марк, ты что-нибудь видишь? На дороге тихо. Возможно, они обходят нас с запада. Они наводят сюда минометы. Пора уходить. Так, Соу, давай к минигану и прикрой западный фланг. Пошел! Второй, отступаю. Третий, выдвигаюсь. Докладывает третий, второй в крайне восточном здании. Восточная дорога перекрыта. Готов. Уничтожено. У нас проблема. Всем быть начеку. Черт побери, много же здесь вертолетов, а? Су! Возвращайся в парк и активируй детонаторы! Остальные постараются не...
подпустить их к следующей линии обороны! Давайте их живо! Сол, мы отступаем к следующему рубежу! Вперед! Вперед! Не отставай! Сол, активируй детонаторы! 4 детонатора в паре! Живее! Приближаются вражеские танки. Зараза, я ранен! Макс, беде! Соуп! Отправляйся в амбар на северном краю деревни и останови танки! В амбаре найдешь джавелин! Соуп! Джавелин в амбаре! Шевелись! Шевелись! В амбаре! Шевелись! Шевелись!
Фрэнсис, еще один. Готовы оказать вам поддержку с воздуха. Прием. Вошли в воздушное пространство Азербайджана. Расчетное время прибытия 4 минуты. Будьте готовы к посадке. Мишень, зона посадки окружена. Мы не сможем приземлиться у фермы. Повторяю, мы не сможем приземлиться у фермы. В этих горах повсюду зенитные установки. На радаре много врагов. Постараемся приземлиться у подножия холма, чтобы избежать контакта. Он что, издевается? Мы рвем задницу, чтобы добраться до этой зоны посадки, а они теперь заставляют нас возвращаться обратно. Хватит, газ. Мы должны добраться до другой зоны посадки у подножия холма. Живее, Соу, выполняй, быстрее! Посадки!
90 секунд до взлета. Говорят, вам нужно выбраться отсюда. Уничтожили ублюдка. И все же не он несет ответственность за смерть твоих ребят. Прости, дружище. Имран Захаев, да? Человек-призрак. По данным разведки, он залег на дно. У меня есть план, как найти его. Слушаю. Папенькин сынок. Сын Захаева. Лидер сепаратистов на этой территории. Яблочко от яблони недалеко падает. Комаров знает, где находится парень. И этот ублюдок знает, где найти Захаева. Грехи отцов. Вот сволота, а? Это самый лучший путь. Контрольный пункт прям по курсу. Неплохо, Комаров. Все должно пройти гладко. Хищник 1-6, мы на позиции. Б-6, говорит Хищник 1-6. Работают генераторы помех. Даю решение открыть огонь по пункту караула. Конец света. Соуп, занимай позицию на баке и приготовься по моему сигналу нейтрализовать охранников в башне. Остальные за мной. Соуп, нейтрализовать их. Немедленно. Люди на случай, если водители начнут задавать вопросы. Просто отвлеките их, пока мы не разыщем сына Захаева. У нас мало времени. Приступайте. Ты в этой форме умора просто. Хорошо, что ты здесь, потому что на русского ты ну никак не тянешь. Б-6, на связи Хищник 1-6. К вам направляется вражеская колонна. Вижу 6 машин. Конец связи. Вас понял. Не открывать огонь до моего сигнала. Три
сэр. Вижу цель в третьей машине. Прямо сейчас прохожу мимо нее. Вас понял. Всем ждать сигнала. Объект находится в джипе перед БМП. Он нужен нам живым. Смотрите, куда стреляете. Ждите. Ждите. Поджарим их. У нас гости, сэр! Вражеские подкрепления с севера! Говорит хищник 1-6. Веду слежение за целью. Черт, какой быстрый попался. Так, вам направлять на северо-запад от свалки. Его, живо, живо. На землю, парень. Так, объект движется на север. Направляется к окраине города. Внимание, этот квадрат кишит вражескими силами. Конец связи. Прекратить огонь! Прекратить огонь! Этот парень нужен нам живым! Цель снова уходит. Слева есть переулок. Оттуда вы сможете отрезать ему путь. Противники с другой стороны железного забора. Противник на втором этаже справа. Да, прямо в цель. Кто-то есть на крыше. Объект на крыше, прием! Один за перевернутым баком. Бака, прием! К вам приближается враг из переулка слева. Два террориста за углом у зеленой машины. Он сейчас уйдет вперед! Вперед! Противник направляется через стоянку к пятиэтажному зданию. Да, все чисто. Мы попали под обстрел! Противник занял позицию на пятом этаже! Вас понял, первый свободен, ждите сигнала. Стоян к пятиэтажному зданию. Чисто, да, все чисто. Мы попали под обстрел! Противник занял позицию на пятом этаже! Вас понял, первый свободен. Стоян к пятиэтажному зданию. Попали под обстрел! Противник занял позицию на пятом этаже! Стоянка к
пятиэтажному зданию. Тише, да, все чисто. Мы попали под обстрел. Противник занял позицию на пятом этаже. Вас понял. Первый свободен. Ждите сигнала. Так, все цели нейтрализованы. Можете идти. Группа Б. Цель видите? Прием. Подтверждаю. Объект вошел в пятиэтажное здание. Объект перемещается по северо-восточному крылу здания. Второй... Объект слева, этажом выше. Лестница расположена в северном углу. Цель исчезла в глубине здания. Минуту, они у меня на прицеле. Все цели нейтрализованы. Можете идти. Перемещение на крыше. Ждите сигнала. Да, цель подтверждена. Объект на крыше. Он в ваше распоряжение. Бросай оружие! Бросай, сказал! Могу выстрелить ему в ногу, сэр! Нет! Мы не можем так рисковать! Не стрелять! Соуп, хватай оружие! Черт! У парня проблемы. База говорит Би-6. Мишлин Захаева мертв. Мы возвращаемся. Черт побери! Его сын был нашей единственной зацепкой, сэр. Забудь. Я его знаю. Он этого так не оставит. Идем.